3 апреля 2024 года, 11 часов дня, супермаркет «Глобус» на Меге, Белая дача. Всем хорошего дня и удачи. Самое главное – здоровье, здоровье, здоровье. Дальше здоровый. Одурить 60 тысяч, 70 тысяч. Пример райф одеяло. Тут хорошее качество, прикольное. От 3 до 6 тысяч. Подушечки такие легенькие, объемные такие, хорошие. 200 рублей. Полотенчики. Гладильные доски, сушилки, ёпсель-муфель. 4600 сушилка, как и у нас такая же. Контейнеры, вот нам морозилку. Девять килограмм, 2000. Жидкое мыло, 5 литров, 600 рублей. Стиральные порошки. Это цены на 3 апреля 2024 года. В супермаркете «Глобус». $280 за килограмм вафли. О, давай. По 250 рублей килограмм. Вот так вроде ничего красивое. $20 батончики. Даже есть по 16 рублей. 300 грамм. Своя выпечка у них. Более чем. О, такой. Хороший такой. Хороший. Ну, тяжелый. Грамм 300 где-то будет кусочек. Порезочка. Вот и нарезали хлеб. Нету. 80 рублей такое по акции. Зерновой. Короче, 1000 рублей. Китайское пиво. Скумбрия копченая, 900 рублей килограмм. Кижуч. Получается 2300,
2700. Короче, 2000. 730. Заморозки. 800, 900, короче, такая цена. Креветка. 600 рублей килограмм. Королевская. Но она не очень вкусная. Мойва 370. Форель 960. У нас она 500 рублей. 1300. Мойва 1500. Корюшка 400. Недалеко от рыбы. Хвосты 900 рублей килограмм, охренеть, 900 рублей, это 1900, палтус, форель 1000 рублей, у нас они по 500 в верном магазине, треска 470, нет, очень-очень дорого все, очень дорого, камбала. Окунь, горбуша 400 рублей килограмм, огурец. Самое дешевое это навага 200 рублей килограмм, минтай 220, какой-то макрорус 230, такая вот тушка, и хек 480. Дохлые караси по 70. Им уже 200 лет. Путасу 106 рублей. Когда-то была по 30, по 40 рублей. Тамса 100 рублей. Горбуша 370. Мойва 215. Селедка 330, скумбрия 580, окунь 490, это все по карте Глобус, и креветки 660, королевские 600. Аргентинский 1300, 700, 1400, морской коктейль, о, мидии, вообще обалденная тема мидии, я их когда-то брал по 60 рублей килограмм, кальмары, икша, окунь, 700 рублей, пангасиус 380, тайский, минтай филе 390, тилапия 670, судак филе, судак почти 800 рублей, треска 700 рублей. Рублей.
Умбрия 270.